Приветствую, дорогой зритель! Сегодня речь пойдет о детских смарт-часах. Да, есть и такие, потому что мир не стоит на месте, а безопасность детей всегда была первостепенной. Поэтому для облегчения жизни родителям некоторые производители создали детские версии смарт-часов, а кто-то специализируется именно на этом направлении. И мы собрали топ-5 лучших детских смарт-часов. Мы постарались учесть все первостепенные функции, например, такие как прослушка, GPS, возможность звонка или кнопка SOS. Давайте же наконец приступим, приготовьтесь! Мы начинаем. iMoto Star 2 – это детские смарт-часы, которые иногда называют детской кнопкой жизни. Они станут главным помощником родителей. Используя их, вы сможете отслеживать перемещение ребенка по городу и создать безопасные геозоны. Все необходимые сведения видны на довольно крупном сенсорном дисплее. Правда, он выполнен по технологии TFT, что дает ограниченные углы обзора. Более подробную информацию родители смогут посмотреть в программе «Кнопка жизни». К пластиковому корпусу крепится съемный ремешок, который может быть черного, розового или голубого цвета. Он соответствует классу пыли и влагозащиты по стандарту IP65. Есть встроенный микрофон, динамик, GPS, слот под микросим, кнопка SOS и функция удаленного включения микрофона. Встроенный будильник поможет не проспать уроки и другие важные события. А для видеосвязи представлена камера в 0,3 мегапикселя, которых хватит для светлых помещений и улицы. Это одни из самых доступных детских смарт-часов на рынке, и они занимают 5-е место. Если основываться на мнении покупателей, то отличным выбором станут умные часы для детей Geozone Ultra, благодаря которым родители смогут узнать текущее местоположение своего ребенка и отследить маршрут его передвижения на протяжении дня. Среди дополнительных возможностей – расписание занятий, будильник, аудио и видеозвонки. Поддержка 4G улучшает качество связи, а качественный динамик и микрофон способствуют комфортному общению. Цветной экран быстро реагирует на касание и открывает доступ к основным функциям. Сам корпус пластиковый и может быть окрашен в черный или розовый цвет. К нему присоединяется съемный силиконовый ремешок, безопасный для чувствительной детской кожи. Автономности хватает до 48 часов за счет емкой батареи в 750 мА. Есть тревожная кнопка, быстрый набор, прослушка, 4 ГБ встроенной памяти и Wi-Fi. Влагозащита по стандарту IP67 позволяет не бояться попадания под дождь. При этом родители жалуются на то, что точность шагомера оставляет желать лучшего, из-за чего вы не всегда на 100% точно сможете узнать, где ваш ребенок в конкретный момент времени. В остальном отличное устройство. Часы от Elari поддерживают виртуального ассистента Алису от компании Яндекс, что позволяет управлять многими функциями голосом. У них есть собственная камера и 4 ГБ внутренней памяти, на которую можно сохранить любимую музыку и слушать ее, подключив Bluetooth-колонку или беспроводные наушники. Заявлена поддержка 3G и 4G. Это лучшим образом сказывается на качестве связи. Встроенная камера на 2 мегапикселя обеспечивает комфортные условия для общения по видеосвязи и поможет сделать неплохие фото. Умные часы вооружены круглым экраном с диагональю 1,3 дюйма. В его основу легла технология IPS, что делает естественную цветопередачу и максимальные углы обзора. Родительские функции представлены возможностью отследить координаты по GSM, GPS и Wi-Fi. Также можно совершать и принимать звонки с разрешенных номеров, что оберегает чада от спама. На время учебы можно активировать режим на занятиях, при котором отключаются лишние функции, в том числе доступ к предустановленным играм. Надежности способствует высокий уровень защиты от воды и пыли по стандарту IP68, а автономности хватает на 48 часов. К черному или желтому пластиковому корпусу крепится силиконовый ремешок с пряжкой. При необходимости его можно заменить на другой, который вам покажется более удобным. Почетное 3-е место. Пластиковые смарт-часы от компании Rapture со слотом для сим-карты, возможностью совершать телефонные вызовы и отслеживать перемещение ребенка, занимают 2-е место. Быстро подключаются к смартфону, работают с обеими популярными ОС. Высокая степень защиты от пыли и влаги. Ремешок регулируется по длине, может заменяться. Есть кнопка SOS, камера, мониторинг физической активности, а стекло устойчиво к мелким царапинам. Емкости встроенного аккумулятора хватает на несколько дней активного использования. Помимо этого, часы отслеживают физическую активность. Есть поддержка 4G, контроль уровня заряда, удаленное управление и аудиомониторинг. Модель занимает именно 2-е место, так как в 90% случаев пользователи хвалят эти часы, тогда как у конкурентов не выше 75. Родителям нравится в основном...
Лучшие детские смарт-часы с прослушкой и видеозвонком выделяются на фоне конкурентов наличием датчика ультрафиолета. Он определяет, когда ребенок находится под солнцем, а светодиодная подсветка оповещает о пропущенных событиях. Ее можно настроить в ритм шагов, что смотрится особенно красиво с наступлением темноты. Автономность не самая выдающаяся, до 48 часов, но спасает быстрая зарядка до 50% за 20 минут. У Huawei Watch Kids 4 Pro есть 8 гигабайт встроенной памяти, на которую можно сохранить музыку. Воспроизводить ее можно через встроенный динамик или подключившись к беспроводной колонке или наушникам благодаря наличию Bluetooth 4.0. Камера в 5 мегапикселей отлично подойдет для видеосвязи и поможет сделать хорошие селфи. Высокий уровень влагозащиты WR50 позволяет выдерживать давление 5 атмосфер, а значит часы можно не снимать во время плавания. Связь будет качественной и стабильной благодаря поддержке сим-карт 4G и продвинутому интеллектуальному сетевому алгоритму Huawei. Он снижает потребление энергии и улучшает стабильность соединения. Картинка выводится на потрясающе яркий AMOLED-дисплей с высоким показателем плотности пикселей. Это отличные детские смарт-часы, с одним единственным минусом – их стоимость. Если вы готовы переплатить в данном случае за бренд, то можете смело покупать. Надеемся, что вы сможете подобрать что-то для своего ребенка. Если наш топ в этом помог, то поддержите ролик лайком, а канал – подпиской. Не пропускайте новые ролики. Спасибо за просмотр и пока!